Помощь где-то далеко. Вопросы взаимодействия правительства Орловской области и региональных общественных организаций, занимающихся поддержкой детей с ограниченными возможностями здоровья, обсудили в администрации региона. Губернатор Андрей Клычко встретился с представителями регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, молодежных общественных организаций, благотворительных фондов. Каждый хоть маленький шаг в движении навстречу друг другу по помощи детям – это большое дело, важное дело, которое нужно продолжать. Тем более, что у нас совершенно точно в регионе есть ряд недоработок, по-другому не скажу, которые нужно переносить на более понятный системный механизм, алгоритм решения. Это и помощь детям, кто нуждается в поддержке не только в регионе, за пределами, взаимодействие с большим количеством фондов. Среди тем обсуждения – грантовая поддержка общественных организаций, развитие паллиативной помощи, деятельность семейных приемных, создание системы эффективной коммуникации между общественными организациями и властью. То есть история с инвалидностью может случиться в абсолютно любой семье.